Буэнос диас, мис керидос амигос. Ядерный разрыв заряд ваши экраны. Это значит, что мы продолжаем ровно с той же точки, на которой мы остановились в прошлый раз. Это Стрей. И усаживайтесь поудобнее. Хватайте ништячки. И будем продолжать заниматься всякой кошачьей хуйней. А также непотребные шутки, просто всякая хуйня. И так... Прум, далее. Мяу. Так. Так, а дальше-то куда я? На этот кондишн, что ли, так, на вывеску. Тунды. Так, ага, правильно, идем. Только не знаю, куда, сам главное, нахуя. Ищем корешей по всему этому ебаному городу. Так. Бля, а дальше-то куда? Ну, я здесь, в общем-то. Так, либо где-то тут должно быть какое-то очко дьявола, которое я еще не приметил. Сюда, может? Да. А, я же забыл, что я кот. Как бы могу пробраться куда хочу. Так, а здесь надо решить опять головоломку. Каким-то макаром остановить этот злоебучий вентилятор. Ага. О, хата чья-то. Бухлявский! Так, вентиляционное окно. Шкаф. Так, эту ступку надо обязательно распидорасить. Конечно же. Ковер. Ну кто бы сомневался, надо обязательно исхуящить ковер в хламину. Здесь был кот. Блять, почему бутылка не разбилась? Я бы сейчас нахуярился. А, вот еще стопка с книгами. Нужна помощь. Так в какую дверь-то? Ага. Ой! Не сюнды. Так, я так подозреваю, что...
Какая-то банка ебучая. Он третий. А, нет, зря я это все сделал. Кажется, дошло. Смотри, вон. Видишь, еще одна. Спиздил. Значит, с того терминала все-таки тоже надо уворовать розетку. Я, правда, не знаю, что это за поебеньки. All the time you have to leave the space. Так, брык. Так, туда не залезть. Так, вон эти полки меня смущают, конечно. Так, по ящикам не полазить. Так. Ага. Так, а что я, собственно, несу? Какую-то детальку. Которую я не знаю, куда присрать. В общем, вся проблема-то, господа. Какая-то, не знаю, не то робомуха, не то что-то в этом духе. Ой. О, летает. Смотри-к. Смотри, полетела. Ебать, сама полетела. Ну и... Ну все, пиздец, вырубил. Thank you.
А на ключах-то вместо брелка Винчестер, смотри-ка. Этот ебучий дрон палит на то, как я деру ковер. А, нуля здесь нет. Так, значит, надо этот самый цифровой код где-то надо и быть. Тридцать семь сорок восемь. Смотри-ка, тут уже день. Полетели, ёбана. Блять, почему это так ржачно? Как бы не пришлось опять от этих крыс съебывать. Так, куда? All the time you have to leave the space. О, еще лифт. Ебать, там рабомухов. Ебаный насрал, опять Red Bull Racing. У меня всего лишь кода, не Себастьян Феттель. Епс. Епс. О, уборщик. Живая туша. Я и паться не хотел, блядь. Я чувствую, у меня сейчас пизда настанет. Что за хуйня еще была? Так, а ну-ка, ну-ка. Ой, пизда, куда побежало? Напоминает Фортуну почему-то из Варфрейма. Ну, я думаю, кто понял, тот понял.
Ну и чё он у меня сидит, палит, как долбоёб? Кого я, блядь, сожру? Я всего лишь кот. Крыс вам похаваю, это завсегда. Зурк? О, свинячья отрыжка, реально, как будто на фортуну. Сука, ебало эти мониторные. Ну здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мониторные рожи. Ту-ду-ду-ду. Я пока ковер похуячу. Сука. Я, конечно, все понимаю. Я по большей части человек серьезный, местами даже на. У меня нет места эмоциям, но, блять, почему меня со всей этой хуйни так тянет ржать? Сука. Значит, туда. Ну что ж. Как говорится, придется поебаться. Так, а есть у них что спереть? Спереть, обоссать, свалить может. Солнце. А, вон он как дрон в рюкзачке прячется, ебать то рот. Мониторные рожи, ту-ду-ду-там. Сидит котяра на диване. Интересно, есть там дорога повыше? По идее, может быть, что-то и есть. Давайте-ка я пока чисто так прикалываюсь. Под конец серийки, так сказать. Я вообще планировал, что на месте этого ролика будет поход за красками в Detroit Become Human. Но, тем не менее. Detroit меня поднастоебал, во-первых. Во-вторых, ну, эта игра вышла в 2019 году, а не как вот это, по горячим следам. Поэтому пилим как можем, товарищи. Уп-уп. Поэтому мне даже немножко пришлось поколдовать и на время прервать God of War, чтобы освободить самому себе слот, так скажем. Ну, такая вот. Такая хуйня. Так, ладно. Это все, конечно, зашибись. Но я, наверное, на этом прервусь.
Спасибо всем, кто присутствовал. А с вас, как обычно, Луис, Пиписька и Адьюс, брат. Увидимся в следующей серии. А с меня, как обычно, контент. До скорого, товарищи.